подготовку и военные песни представили учащиеся школ Хостинского района. Это 10 команд, которые были отобраны для участия в районном смотре. Ребята постарше соревновались в физической, строевой и огневой подготовке. А маленькие патриоты своей родины продемонстрировали знания в истории и свои сценические навыки. Пели песни военных лет в тематических костюмах. Выступления школьников и стен газеты, которые подготовили все команды, оценивало жюри, в состав которого вошли ветераны Великой Отечественной войны, афганцы и участники чеченских событий. Это мероприятие, оно как бы подводит итог всего месяца, которым участвовали эти ребята. То есть они изучали военную историю, они изучали историю края, историю нашей страны. Они узнавали много интересного, в том числе, кто защищал город Сочи. Конкурсы оценивались по бальной системе. Лучшие команды районов посоревнуются в строевой подготовке в понедельник в полдень на площади у Зимнего театра. Напомню, месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы стартовал 23 января. В его рамках уже прошли сотни мероприятий, в которых приняли участие школьники и молодежь призывного возраста.